Эй, привет, мой дорогой друг, время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехала новая часть по Far Cry 2. Bad boy is a game. В общем, ребята, начнем серию с того, что я забежал к оружейнику и купил новый вот этот автомат для того, чтобы не было отсечек и всяких проблем. Потому что я пока до сюда добирался, у меня столько раз заедали автоматы, это просто жесть. В общем, по заданиям у нас либо добраться до железнодорожной станции и уничтожить цистерну, либо повстречаться с напарником, возможно, Флора сумеет мне помочь. А если я помогу Флоре, а она мне, то у меня улучшится еще к тому же наше убежище. Поэтому я еду сейчас к Флоре, с ней договариваюсь, а там дальше, что она уже скажет, то в принципе и будем делать. Она типа внутри сидит, да? Ага, вот она. Ты работаешь на СНС, но я могу тебе помочь, если поможешь мне. Вон там есть ферма, в полукилометре отсюда. На ней какая-то шишка из фронта. Нужно его убрать. В воинском эшелоне сейчас сидит целый взвод ОФОД. Но этот болван на ферме приказал им в бой не вступать. У него есть дела на стороне. Хочет сдать бойцов в наем. Солдат нужно бросить в бой сейчас же. Командир этих бойцов, очень важная цель, служил в Гуркском полку. Крепкий орешек. Я выведу этого человека из строя. Поезд сойдет с рельсов, а когда это случится, я удостоверюсь, что Гурк погиб. Значит, когда выжившие очухаются, я буду прямо в центре аварии. Самой мне оттуда не выбраться. Меня окружат. Нужно, чтобы ты подошел и прикрыл меня. Пока ты не убьешь прохвоста, на ферме ничего не получится. Также здесь есть М-ка, но она очень плохого качества, поэтому я ее брать не буду. Но у нее плюс, что она с прицелом. Так, ну что, мне нужно ехать... О, не туда. Мне нужно ехать до... фермы, получается. Вот такие нас ребята будут встречать на всем пути. Опа, таблетосики. Таблетосики надо закинуть обязательно. Иначе я свалюсь где-нибудь по пути, блин. Так, расправляемся со всеми, кто здесь есть. Черт, давай поможем там. Так, что-то... А почему их так много здесь? Так, это все или есть еще ребята? Вам не кажется, что их здесь было очень много? Воду? Ничего себе, я забрал воду.
Я не пойму, кто-то еще едет. Звук такой, как будто кто-то еще ехал. Так, возьмем такую. Мне здесь нравится штука, которая стреляет. Так, что по карте у нас? В принципе, едем прямо. Едем прямо, а там разберемся. Сейчас прямо на ферму вылетим, короче. Кто там уже? По мне уже кто-то стрелят вовсю. О, а здесь нельзя проехать. Или еще кто-то есть? Вот о чем я и говорил. Это просто так, надо починить. Мы на ней еще поедем дальше. О чем я в принципе и говорил. Мощный аппарат, блин. Зверюга. Здесь у нас спрятан алмазик. Забираем. Где ты? Заходи. Да блин. Меткости тебе не занимать. Самые меткие ребята на этом западе. Все, мы всех убрали, получается. Алло? Не алло, да? Блин, да выключись ты, камера. Ой, карта, блин. Так, все, вроде здесь все собрали. Можно отсюда валить. Мне теперь нужно, получается, ехать на саму эту железную дорогу, это на станцию, и там взорвать цистерну. Ну, говно вопрос, как говорится. В принципе, едем как ехали, да? А сейчас опять здесь все ребята будут, да, как я понимаю? Блин, мне даже звук нравится здесь. Давайте, пока я добрый. Так, вроде все. Ой, зачем я вышел? Погнали. Так, в принципе, прямо.
все время прямо. И потом там между скал как-то проедем. Не знаю. А, ну я понял как. Или не проедем? Проедем. Ай, блин, вот здесь камни. Блин, ну я и так не хочу лишаться этого автомобиля. Не, игра говорит, что... Братец не варик. Придется тебе... пешочком драпать. Но мы зато сейчас... А может я вообще отсюда вот так? Подожди. У меня же есть вот такая штука. У меня же есть такая штука. Алло. Говорите. Не молчите. О, убежище улучшено. Репутация улучшена. Может, я все-таки как-нибудь... Да, я все-таки как-нибудь протиснулся. Так, а куда мне вообще ехать? Ой, нет-нет-нет, верни карту обратно. Блин, куда я вообще еду? Короче, мне на железную дорогу. И просто по железной дороге сейчас вот так поедем. План идеальный. Так, а давай. Кто-то за нами едет? Вообще никто. Это было идеальное преступление, я считаю. Ну поехали, спасем нашу мадам. Открыт. Так, смотрим. Ну, в принципе, нам просто всегда по железной дороге ехать и все. Да. Погнали, короче, по железной дороге. Я вот не знаю, мы сейчас на территорию какую-то будем заезжать. Ну, скорее всего, она не наша. И на меня будет нападать. Ну, мы вот здесь бочком. Вроде тут даже никого и нет. Но мы все равно тихонечко, аккуратненько. Ой, зебры, блин. Зебры с дороги. А, зебра. Блин. Блин, ну я же... Я же предупреждал. Так, наша мадама тут стреляется. Ее нужно защитить. Подожди, а почему ты не стал? Ну-ка, залезь. Ты что? Все? Слушайте, ну это было легко. Чем я, черт возьми, думала? И чем ты, черт возьми, думала? Ну что, ребят, миссия выполнена.
Я предлагаю добраться и открыть новое убежище здесь недалеко. И мы прямо сейчас просто по-быстрому доедем на нашем... Вот, вот эту бы еще машину бы сохранить, было бы вообще идеально, я считаю. Ой, нет, нет. Так-то лучше. Так-то лучше. Блин, серьезно, вот она вот так хреново едет. Ну да, вот это, конечно, прикольно. Продумали вот эту механику. Что неплохо начинают ехать. Кактусяна... Чего? Кактусяна не сбивается, блин. Что происходит? Туда нельзя ехать? Почему мне сразу плохо становится? Так, ну я вроде в правильном, да, направлении еду? Да? Мне просто прямо ехать. А вот там 15. Типа 15 алмазов мне дадут? Пацаны. Чё, кого? Теперь в этом убежище вы можете сохранить игру. Не, это замечательно. Подожди, или... Но до сих пор написано 15 алмазов. Я не знаю, что 15. Если я зайду сюда, тут 15 алмазов есть. Блин, ну я, короче, не знаю насчет алмазов. В общем, на этом я хочу закончить эту серию. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор. И увидимся на следующих видео. Пока-пока.